утро на Енисее. Американская акита – это крупная порода собак с серьезным характером. Бесстрашные питомцы – прирожденные охранники. Любят свободу, простор и отлично подходят для жизни в загородном доме. Собаки очень мощные. Раньше с ними ходили на медведя. Wow. Они могут запустить человека, если хозяин ушел. Они на человека не накинутся, до него не выпустят. Хан – главный защитник в семье заводчицы Анастасии. Ему 6 лет, и он потомок первых официально зарегистрированных породистых американских акит. В нем смесь кровей акита ину, овчарки и мастифа. Отсюда такая мощь и строгость. Видите, он даже так стоит, он сразу обозначает границу, что это моя хозяйка, я ее защищаю. Каким бы я милым, добрым не был, на первый взгляд, но на самом деле я очень серьезный. Может, то, что я маленькая, не чувствует на меня, это может быть беззащитный. Уравновешенные акиты себе на уме и без повода лаять не будут. Собаки подадут голос только если есть реальная угроза. Нужен жесткий хозяин. Если хозяин по характеру слабый, то собака его подавляет. Допустим, я как бы внешне, да, я очень маленькая, но когда я иду их кормить, я им даю команду ждать, даю команду сидеть, они отходят, садятся, ждут. Нет, 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 нет. Я сказала нет. Однако добиться от американской акиты выполнения базовых команд задача не из простых. Собаки своенравны, любопытны, а порой слишком независимы и стремятся к доминированию. Проявляйте строгость и терпение. Давай, давай, работаем. Работаем. Ну, вот начинаешь заниматься, да, с ними. Их нельзя прессовать изначально, иначе это может, ну, вылиться в совсем другую сторону, чем, допустим, как бы хотелось. Вот, с ними нужно договариваться, уметь, да, заинтересовывать, допустим, игрой, лакомством. Акита – собака одного владельца. Даже ухаживать за ней должен один человек. Но и другим членам семьи она компаньон и хорошая нянька. Они очень добрые, они с детьми. Прям классно, у меня трое детей. Единственное, они могут когда играться, из-за того, что они очень тяжелые, могут прыгнуть и завалить. А так дети от них без ума, постоянно они их зимой, их даже бывает, что катают на санках, на плюшке. Основной уход требует плюшевая шерсть питомца. Вычесывайте собаку 2 раза в неделю, а после мытья используйте маски с кератином. Такой прям как настоящий медвежонок, да, моя девочка? Линяют сильно, подшерсток у них очень такой густой. Зимой им вообще не холодно, летом им очень жарко. Корм подойдет сухой. Для взрослой собаки хватит 8 килограммов на неделю. А полакомиться акиты любят молоком с творогом. Стоим, 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 стоим. Ой, какие вы сильные-то стали. Американская акита подходит опытным собачникам, которые могут проявить строгость и справедливость при воспитании. Стоимость щенка такой породы от 80 тысяч рублей. Подружились с плюшевыми гигантами Татьяна Рябова и Александр Шастин. Утро на Енисее.